Друзья, следующая композиция нами очень любимая. И для того, чтобы мы ее исполнили, мы приглашаем нашего хорошего друга, гениального гитариста Александра Радовского. Саша. Не для меня придет весна, не для меня тон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, и сердце девичье бьется с восторгом чувств не для меня, не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает. Журчат ручьи, звенят алмазными струями. Там дева нас с черными бровями. Она растет не для меня. Там дева нас с черными бровями. Распустит роза цвет душистой, сорвешь цветок, а он завянет. Такая жизнь не для меня. Сорвешь цветок, а он завянет. Такая жизнь не для меня. А для меня кусок свинца, он в тело белое вобьется, и кровь горячая прольется. Такая жизнь, брат, ждет меня.
Давайте гордиться народом, который сочинял, сочиняет. И мы надеемся, будем сочинять такие прекрасные песни. Друзья, Александр Радовский. Саша к нам еще вернется чуть позже.